Декоративная гвоздика, бархатцы, анютины глазки, тимерария и маргаритки. Ассортимент выбирается, исходя из наших климатических условий. К примеру, георгины на центральной площади Петропавловска не прижились. Вот эти колебания ветровые не дают корневой системе схватиться. То есть цветок мы посадили, низкий он сидит, и он как бы вот в кучке сидит, и корешки ему начинают у него разрастаться и развиваться. А высокое растение, когда посадили, оно начинает туда-сюда колыхаться, и корневая система отходит. Поэтому на Камчатке в основном сажают бархатцы. Только в центре краевой столицы их высадили более 20 видов. Тщательного ухода они не требуют, а цветут до глубокой осени, говорят специалисты. Бархатцы-то вообще мы все уже убираем, они еще вот. С 8 утра и до 5 вечера. В течение рабочего дня цветоводам необходимо обработать до 30 ящиков рассады. Высаживают на грунт в определенном порядке. Эскизы клумб составляет агроном. Цветы повыше в центре, что пониже по краям. Вновь клумбы обновят только осенью. В октябре на месте анютиных глазок высадят луковицы тюльпанов, чтобы уже следующей весной в центре города цветы радовали горожан и гостей нашего полуострова. Лейсан Латыпова, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка».